Полицейские опросили возможных очевидцев, а также изъяли записи камеры видеонаблюдения из торгового зала. Ориентировка на розыск машины и грабителей была направлена всем наружным нарядам полиции Сочи, а также других городов и станиц края. В ходе оперативно-розыскных мероприятий автомобиль с подозреваемыми был задержан в станице Тбилисской. В автомобиле находились 36-летние жители Адлерского района Сочи. Их причастность к совершению данного преступления была установлена. В настоящее время в отношении мужчин возбуждено уголовное дело. По статье 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж» ведется следствие. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.